Лучшие лыжники страны уже опробовали самые сложные подъемы Ханты-Мансийской трассы. Сегодня в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко прошла официальная тренировка перед скиатлоном. С него и начнутся 25 марта лыжные гонки чемпионата страны. Напомним, что принять участие в соревнованиях в Югру приехали почти 300 спортсменов из 41 региона России. Среди них триумфатор мировых стартов по лыжным гонкам Сергей Устюгов. А также другие именитые югорчане Антон Гафаров и Евгений Дементьев. Им предстоит соревноваться в 6 дисциплинах – скиатлоне, спринте, гонке свободным стилем, командном спринте, эстафете и масс-старте классическим стилем. Кстати, во время подготовки к их проведению потребовалось значительно усложнить и расширить трассы. Позавчера мы катали уже лыжи, как бы предтестирование делали, а сегодня уже непосредственно к завтрашней гонке уже будем смотреть, какие лыжи работают. Завтра посмотрим, как самочувствие, как трасса дастся мне на этих соревнованиях.